Жилой дом по улице Ленина в Димитровграде охвачен огнем. В квартире на 11 этаже произошло возгорание. Наблюдается сильное задымление. К счастью, это лишь легенда учений пожарно-спасательной части номер 5. Личный состав должен быть всегда готов незамедлительно выехать на объект и потушить пожар. В результате отработали на отлично. На место условного пожара приехали незамедлительно, развернули специальные рукава для подачи воды, сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации пострадавших и подняли автолестницу. План учений выполнен полностью. Значит, условный пожар был потушен. Разделение свою задачу выполнено. Здесь же сотрудники отдела профилактической работы провели рейд и заглянули в гости к жильцам многоэтажки. Высотные здания относятся к объектам особой категории, поэтому каждый проживающий должен знать, что нужно делать при пожаре. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».